Привет! В этом видео я расскажу вам о своих спреях для тела от Victoria's Secret. У меня их всего две штуки, но нюхала и тестила я много, поэтому мнение уже сложилось. У меня есть Amber Romance и Total Attraction. Что могу сказать? Здесь, конечно, огромная бадья, 250 мл. Это наталкивает на мысль о том, что, скорее всего, продукт не очень стойкий. Так оно и есть, продукт не стойкий. Обычно я их использую после душа, перед нанесением основного парфюма. Или, например, вечером уже после душа, когда парфюм наносить не хочется и не нужно, просто вот, чтобы освежить как-то себя, опарфюмировать, наношу вот такие вот спреи. Что хочу сказать по поводу цены. У нас цены варьируются. Я видела и по 18 евро, видела и по 10 евро. То есть, смотря где вы на эту вещь наткнетесь. Учитывая разнообразие запахов, учитывая достаточно большой объем, как я уже сказала, мне кажется, это выгодно. Запахи, конечно, не стойкие, максимум минут 30-40. Скорее всего, вот этот вот Amber Romance, он стойче, чем все остальные. Запахи приятные, не пачкают, не окрашивают одежду. Распылитель, кстати, тоже очень хороший. Упаковка сама удобная, пластмассовая, легкая. Поэтому, если вы вдруг захотите, мне кажется, можно рискнуть и прикупить себе пару ароматов так просто напоиграться. Но я не советую относиться к этим спреем как к чему-то серьезному. На этом все, пока.